Общественность Канска ждал сюрприз. Единственный участник от города Алексей Акимов был награжден специальным призом жюри за фильм «Два лета». Приз председателя жюри получает Алексей Акимов из Канска за фильм «Два лета». Фильм у меня состоит из, ну, как бы около 1000 фотографий, которые как бы равномерно вложены под музыку. То есть фотографии делались на камеру мобильного телефона. Ну, вот как у меня, собственно, появился телефон, когда мне его подарили, вот, я просто начал фотографировать, потом, ну, как бы с такой идеей, что в будущем я могу, в принципе, склеить из них, ну, полноценный фильм. Фотографировал, ну, и когда накопилось достаточное количество фотографий, я вот решил смонтировать этот фильм. Ну, то есть музыку написал. В фильме Алексея Акимова кадры родного города и Красноярска, а также трасса, соединяющая их. И это не случайно. Несколько лет назад Алексей перебрался в краевой центр, но свою малую родину не забыл. Его работа – это своеобразный фотоотчет за два прожитых года. Картину Алексея Акимова отметили за оригинальную идею и искусство монтажа. Он оказался единственным победителем, кто уже в этом году смог подержать в руках свою награду. Другие же режиссеры увидят и получат ее только на следующем видеофестивале. По традиции дипломантов пригласят в жюри конкурса 2010 года.